Только за первый год своего существования федеральный проект «Городская среда» позволил значительно преобразить более десятка территорий республиканской столицы. В конце 2017-го представители исполнительной и законодательной ветвей власти проинспектировали благоустроенные дворы Черкесска. Здесь, да, было все разбито, двор был в ухабах, ямы были, вся вот элементы малой архитектуры были сломаны, вот детские качели были в плохом состоянии, спортивная площадка. В общем, проведена работа по асфальтированию, по установке бордюров, плитки дорожной. Значит, и привели в порядок спортивную площадку. Планируется, что до 2022 года только в республиканской столице будут благоустроены около 8 десятков дворовых территорий. Это стало известно по результатам работы городской экспертной комиссии. Как проходила работа этой комиссии? Это не только было сидение за столом и, значит, просмотр бумаг. Я хочу сказать, что было подано более 80 заявок, и мы каждую дворовую территорию мы разбили на членов комиссии, значит, разделили, и каждую дворовую территорию буквально прошли, каждый. И отбирались по таким критериям: наличие или отсутствие детского оборудования, малых архитектурных форм, этих тротуаров, асфальтирования и так далее. Сама тротуарная дорожка есть, нету. И какое состояние вообще дворового покрытия. Это обследовалось для того, чтобы потом определить количество баллов состояния. На количество баллов также влияло и финансовые показатели или же финансовая дисциплина каждого дома. Вот по итогам этого подсчета дом по Кавказской 30, он у нас вышел на первое место. Чем хуже было состояние двора и чем больше желания горожан участвовать в благоустройстве своей территории, тем выше баллы для конкретного объекта. После проверки поданных заявок оказалось, что из некоторых можно сформировать одну общую – от жителей нескольких соседних домов, объединенных общим двором. В итоге получилась цифра 75. Территории, набравшие наибольшее количество баллов, будут благоустроены в первую очередь. Но, как отметили члены комиссии, все попавшие в заявку дворы получат новый, более приятный и радующий глаз облик в течение ближайших 5 лет. Артур Мхце, Андрей Дорошенко, Михак Аракелян. Итоги недели.